Всем привет! Меня зовут Сюзанна Проскура, и я классическая оперная певица. Неделю назад я слушала Димаша в первый раз, и я просто восхищена. В прошлом видео я поняла, что это не его максимальный предел. И как только я это осознала, я прослушивала это снова и снова. Я даже плакала. Мне нужно было это все переварить. Его голос, он такой уникальный. И я спрашивала себя, что же будет дальше? И вот что у нас есть. Я включаю это видео. Это начало его выступления. Зрители встречают его стоя. И они все аплодируют. Все немного взбудоражены. Он такой озорной. И опять это сердцебиение. О, его папа. Добавим к громкости. Некое воодушевление в этом. Ветер осенний. Он будто играется с нами. Вы слышите, что что-то грядет? Невероятно! С такой легкостью! У него такой милый папа, как и он сам. Это его игривое настроение вместе с этой легкостью. Ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Он это опять сделает? Нет? И опять его голос становится мощнее. Высокая нота до. И это все становится таким захватывающим. Он пошел выше. Оперный театр. Вот этот его жест надо запомнить. Это высокая нота ми.
Да, я бы тоже там ахнула. Не по-детски. Я послушаю, что они скажут немного позже. Меня удивляет вот эта его легкость, с которой он это поет. Да, мы здесь видим, что он поет это всем телом, но все равно он как будто бы вообще не напрягается. Самая высокая нота здесь ми бемоль, а самая низкая – это нота ми. Здесь у нас три октавы. Люди пишут мне, что у него целых 6 октав. Это значит, что его диапазон в 2 раза больше, чем вот это. Это ж легкотня для него. Меня больше всего очаровала его актерская игра. Не в том смысле, что он хотел выдать себя за кого-то другого. Я про то, как он создавал это напряжение. У меня не хватает слов и глаза на мокром месте. То, как он это пел. Я сердцем понимала, о чем эта песня. С первой его разбежки я перестала обращать внимание на содержание текста. Я не умею говорить по-русски. Мы когда-нибудь переведем эту реакцию на русский. Я говорю на польском и на других языках, но русским языком не владею. Давайте глянем на это еще раз. Что тут вообще произошло, что нас так всех накрыло? Я попытаюсь объяснить это вам, чтобы мы могли чему-то научиться. Он использует некоторые жесты и делает это с определенной скромностью. Это не выглядит так, типа «Эй, смотрите, какая я звезда!» Он здесь играет, но делает это от души. Смотрим дальше. Эти огоньки в его глазах. И я влюбилась в его папу. Он такой милашка. Очень эмоционально. На мой взгляд, эта песня намного глубже, чем SOS. Она такая музыкальная. Давайте взглянем на мелодию. Она звучит вот так. И все. Она такая прямолинейная. А он поет. Вот это напряжение. Он подчеркивает и делает это таким невесомым. И играет на наших чувствах, хотя всегда остается собой. Вот здесь. Просто мелодия без интерпретации была бы такой. А он превращает ее в это. И нам интересно, что будет дальше. Ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Есть какой-то свист в его голосе. Песня называется «Опера». Я не могу сравнивать Димаша с кем-то еще. И не могу классифицировать его по жанру. У него свой стиль. Я могу сказать, это классическая музыка, это рок, это поп, это фолк, а это Димаш. Димаш — это не опера, это не рок и ничто из остального. У него свой собственный стиль. У него настолько сильный голос, что он способен создать новый музыкальный жанр. Краса, а иногда он использует легато. Для кого-то из вас это, наверное, новое слово. Это означает связанное исполнение звуков. Петь легато — это вот так. Музыка словно льется. Она не стоит на месте вот так. А льется. Солнце остыло совсем. Он здесь покидает свой грудной голос и переходит в фальцет. И он делает это специально. Тут любой преподаватель по вокалу сказал бы, это невозможно. А вот и возможно. Он может все. И боги идут чередой. Хорошо. Чудесно.
Вы заметили, как он это делает? Он готовит это всем своим телом. И ты чувствуешь, что сейчас вот-вот что-то будет. И эта нота... Высокая нота до. У меня классический подход. И я сегодня вообще не распевалась. В классическом голосе немного больше вибрато. Немного позже я покажу вам пример. Это мой профессор. И она там будет петь высокую ноту ре. У Димаша какой-то свой подход в воспроизведении высоких нот. Таким пением он способен довести людей до экстаза. И это просто магия. Представьте, что вы гладите своего питомца. Потом делаете это в полсилы, а затем и вовсе отпускаете. Если нарисовать кривую в системе координат, у вас получится такая нежно закрученная кривая. И если мы перенесем это на динамику, у нас получится что-то такое. Это не просто обрывистое. И здесь он использует этот принцип. И это можно делать с различными чувствами, с экстазом и даже с насилием и местью. Настоящий артист способен на это. И когда он делает это, он катапультирует тебя в небеса. То есть это чувство он держит вот здесь. И это может быть любое чувство. Он может переносить чувство в динамику. Вот такое вот образование тона. И я думаю, дело не только в технике. Я думаю, все дело в голове. Он просто верит в то, что он способен на это. И никак по-другому. Это какая-то безумная связь между его сердцем, Богом и Вселенной. Для него это так просто, как будто он поет «В траве сидел кузнечик». Если остановить и присмотреться, то его папа так смотрит на него с такой любовью. Вы заметили, что там та же мелодия, но сейчас он как будто бы больше погружен в это. Он сейчас будто жонглирует. Он словно какой-то бог природы, и он жонглирует этим ветром осенним. И это ничего для него не стоит. Кстати, он очень привлекательный мужчина. Ни о чем просить. Только я знаю, что после меня станут ветра голосить. И это голос ветра. Он имитирует природу. И тут внезапно он меняет свой стиль. Он делает вот этот жест, и потом играет вот это прелюдия. Здесь уже три разных стиля музыки в одной песне. Во второй раз это смотреть еще лучше. Замечаешь столько всего. Вы видели эти выпученные глаза? Он опять за свое. Давайте остановимся и посмотрим то видео. Я вам покажу своего профессора. Заметьте, что вибрато немного другое, и она здесь поет без микрофона.
С этой женщиной мы каждый день находимся в одном помещении. И я помню, когда я впервые услышала ее, я сидела там вся в слезах. Эмоционально это было настолько сильно. Мне интересно, что со мной будет, если я услышу Димаша вживую. Его папа такой душка. Я думаю, вживую это будет в десятки раз невероятней. Если у меня столько чувств от видео на Ютубе, интересно, что переживали те люди, которые находились там. Наше путешествие продолжается. Я хочу послушать все его стили. Интересно, сколько у него их там? Вот этот музыкальный стиль настолько отличается от SOS. Мне не терпится услышать все, что у него есть.